Всем привет, ребят! Ну что, сегодня мы на аккаунте моего подписчика Дмитрия, и у нас сегодня коллекционер, трата самиков, все в один день, русский сервер. К сожалению, вот один день они могли подождать до 11 числа, запустить это все вместе вообще было бы топово, потому что там и скидки на роллинг будут по 1500. Ну, вот так вот. В общем, смотрим, что у нас есть интересного. Возможно, кстати, хотя думаю, вряд ли, что после полуночи будет. Ну, посмотрим. Вот такой вот коллекционер. В принципе, если вытащить космо, будет мега эпически, но у нас цель вытащить бугимена. Ему нужен бугич. Очень-очень-очень. Аккаунт бездонатный. Самики накопленные. Сейчас посмотрим, или точно бездонатный. Смотрите, 0 доната, 81 тысяча самоцветов накопленных. Лазуля есть. Поехали посмотрим на аккаунт. Ой, да, у него тут нормальных героев. Бугича не хватает, Ронина. Донатных героев, Командора, Трифит. Анубиса, ну Анубиса, блин, завтра он получит 100%. Это однозначно. У него будет Анубис, как и у всех. Потому что его будут раздавать. Так, окей. Поехали посмотрим, в какой он гильдии находится. Синдрия. Знакомая гильдия. Первые места. ВК-айдишка на экране. WhatsApp. Без пропусков. Багажка. Атака фортов. 20.00. Кидайте заявочки, вступайте. Поехали посмотрим, как живут без донаты на русском сервере. Так, кошмарки у него. Ну, по крайней мере, до седьмой дошел. Завтра будет Анубис, и ему будет намного легче. Ресурсы на прокачку, в принципе, у него есть. Да. Бум-бум-бум-бум-бум. Поехали посмотрим. Баст. Отлично. Неплохо. По талантикам, конечно. Тыковка. Ой, да неплохо. Я вам скажу, очень-очень даже ничего, как для бездона. Супер. Ремок, конечно, пятых не хватает, но терпимо. Еще одна фрея с пактом. Вот живу же. Живут же люди. Ну, дальше пошли уже. Допа, ну, я вам скажу, очень-очень даже неплохо. Еще одна фрея. Это жесть, ребят. Посмотрите, что у него творится. Читер. Что по героям? Посмотрите на этих героев. Это бездонат. Обалдеть. Где он их понабирал? Еще пакт висит. Вот почему ему нужен бугимен. Ну что, поехали. Начнем. Это нелегкое дело. И это просто... Это жесть, я тебя поздравляю, у тебя с первой тычки сразу же мега-герой, мега-имба, на сегодня это самый обалденный герой. Ну вот так вот, ребят, админ панелька тащит, поэтому, когда коллекционер, кидайте заявочки, и будет вам счастье. Просто с одной тычки, ребят, с первой тычки сразу же космо, просто в космос, жесть, я офигею. Сейчас, если ремка будет, это вообще эпично будет. Вот это да, вот это роллинг, да, ребят? Вот это бездонатный аккаунт. Надо его у него отжать. Тык. Исцеление обалденно вообще. Ремка, ремка, и блин, а тут исцеление. Ну, на тыковке есть, но все равно круто. Мега круто. Поехали дальше. Ну, я надеюсь... Нам придет Буги. Он хотел Бугича. Нафига ему этот космо? Ему нужен Буги. Купидон. Фрэнки. Что творится? Рыцарь тьмы. Кенди. Обалдеть. Друид. Да уж. Но нам нужен бугимен. Стрелок, ребята, это обалдеть.
Дракос. Жестко. Это реально жестко. Одержимый. Бульдозер. Ну, почти бугимен. Химка. Купидон. Тесса. Бигфут. Ну, тоже, ну, почти бугимен. Чуть-чуть не хватило. Обалдеть. 6-15. 20к, ну такие себе шансы, я вам скажу. Так, поехали. Давайте космо откроем, чтобы он его не видел. Зайдет потом удивиться. Места у него есть. Обалдеть. Космо. Ну и что-то так проговорился. Ну, это реально круто. Надо где-то так его качнуть, чтобы он у него где-то был чуть-чуть подальше. Плюс-минус нормально, еще давайте немножко. Ныкаем просто имбу героя. Так, поехали. Поехали, разбавим. Этот скучный роллинг. Блин, обалдеть. Всем бы так падало. Бум. Панда бум. Капитан Дрейк. Ронин есть, ребятушки. Ронин, Ронин, Ронин недостающий. Супер. Поздравляю, у тебя еще одна имба. Офигеть. Ну, на него, конечно, надо будет тащить уже ему талант. Но это просто офигеть. Бум. Командора. Админ панелька решает, ребят. Еще один герой недостающий. Я офигею. Потратили мы всего фигню. Одержимый. Ну, нам нужен Бугич, ему не нужны эти герои, ему нужен просто Бугич. Он хочет именно Бугимена. Ни космо там, ничего, хочет просто Бугимена. Бугимен, давай уже, где ты там? Капитан Рогатка, ну Рогаток, блин, у него больше всего. Еще один Ронин, повторочка, ребят. Обалдеть. Кайф, вот это я люблю такие роллинги. Друид. Что-то друидов. Ему тоже, кстати, очень дофига падает. 10-15. 40к, 40к и только десятку мы вытащили. 11. Варлок. Ворожей. Рино. Нифига себе. Вот это такой роллинг просто четкий. Дрейк, если вам нравятся такие роллинги, лепите сразу же лайк. ПБшка. Офигеть. Просто обалдеть. Снова хорошо, что я не у себя начал ролить. Я не ролил у себя коллекционера сегодня. Просто зашел сразу первым на его аккаунт. И сразу же просто огонь. Вот так вот собран весь коллекционер за 50 там с лишним к. Но мы не останавливаемся. Нам нужна еще. Еще. Нам нужна. Не Медуза, Бугимен нам нужен. Буги, буги, вуги. Значит, это сейчас будем шаманить. Буги, буги, вуги. Ладно, идем в рейд. Что я могу сказать? Нечего говорить. Просто надо пиликать вот и все.
Это жесть. Че, он тут его убил? Да с его героями он будет тут всех на своих силе шатать. Let's go. Буги, Дракос. Ну зачем мне Дракос? Дай мне, не надо варлок. Князь тыква. Асура. Паладин. Ну это просто эпический герой. Крон. Кинди. Профессор Рибит. Валька Суккуб. Фея. Пошла жара. Дракос опять. В принципе, он может на командору поставить этот пакт и просто тащить подземки. Или завтра же будет Анубис у него. Друид бульдозер. Валентина. Добрый вечер, Валентина. И одноглазый циклоп. Что я могу сказать? Еще плюс пакт. В принципе, отлично. Так, что мы там собрали? Еще какие-то плюшки. Короче, потратили самый и фиг с ним. Выбили мега героев и фиг с ним. Не выбили Бугимена и печаль. Пишите в комментах, кто бы так печалился. Так, Огникрыл, Рогатка. Ну и тут мы с карт ничего не вытащим. К сожалению. Все, что можно было вытащить, мы уже вытащили. Бум, Тесса. Ара. Тыква. И Купидон. Нет, друид. Ну, в общем, вот так вот, ребятушки. Вот такие вот пироги. Я считаю, это мега обалденный роллинг у нас получился. Поздравляю Дмитрия. Не зря он отдал мне аккаунт. Кидайте заявочки, пишите комменты. Всем удачи, всем пока.